Бумы. Так, что вы говорите, голос поменялся, да? Надо послушать, что там получилось там. Ты просто нажми с правой стороны, правый нижний угол, Уж там, где у пробежал тебя лужу, программка дал, все, дал огня с нажми небес, на брат, и программку пошел. правой кнопкой мыши и выйти. Бля, Так, Войт, я не я знаю, тут я в душе тоже. вообще хуй узнаю, как тут бегать. Давай в Тебе шипы, не надо. кого-нибудь Не, не, другого, не, сэр. не, 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 не. Ну, ты видишь, я на хпале. Ну, нету хилов. Тебе бегать ничего не надо. От метеора умеешь бегать? Ну, это умею, Умеешь. да. Диспелить метку умеешь у стены? Умеешь. Все, больше ничего не надо делать. Справишься, думаю. Нихуя Бля, сложного нет. первый Перекур, типа. трек пробный, бля, чтоб ты на меня не орал, нахуй, я попробую сначала, а потом следующий уже будешь буду Я. косячить и ГП на чистое похуй. Ты можешь ГП получить за метеор и за лезвие. Лезвие ты не заходишь, ты стоишь со мной. Ну Да, и ладно. если тебе на голову будет метеор в 100 тысяч падать урона, то тогда получишь. А так ты больше никак накосячить не можешь. Можешь только под ебало к боссу забежать, но это тоже это, ну. Да, идите, куроните 3 минуты, 4-5. Кому надо, блядь. Так что Нормально. там легко. Там тебе надо будет хилить. Вот смотри, у нас танк Авилаша. Ты смотришь, под критические моменты ее нельзя проебать. То есть МВшка туда, исповедь туда и щиты. Щиты ты кидаешь на нее, на Катрисию. Катрисия мелких танчит. И хилишь две цели, ее и Катрисию. И ты еще будешь метку диспелить. Метку, соответственно, тоже. Челик выносит метку. Например, если это я выношу, то ты сразу начинаешь хилить Авилашу исповедью. Я себя хильну сам. Вот, ну можешь там щиток просто дать мне. Я хильну и сдиспелю себя сам. Вот. Мейзикин тоже себя сам диспелит. Диспелишь вот остальных, кто там, ну, бичи, там, маги. Маги тоже могут себя диспелить. Присты тоже могут. Чем мы пока АФК, да? В диспелишь у них кош. Да. У них Я кош пойду. будет когда. Я да, пойду пока припотов куплю. Бэна, ёбаный ты козёл. Ну-ка, давай зайдем, посмотрим, что там получилось. Я просто не слышал. Включаю стрим. Новое уведомление через эфир. А вот. Бэма. 15 секунд обычная ротация ебенись. Ну-ка, ускоримся, нахуй. Да, невозможно слушать. Бона, бери бедон. Они не захилят нахуй. Ну, шаманы не захилят, они не хилят волной. Ебать, музыкальная хуйня какая-то, ебануться. Решайте, а то у меня 40 минут, я не смогу. Ну что, как Варик, можно холи палывать мод. Ты куда ты орешь, нахуй? Пиздец себе. Так в пороге же должен быть сам. Бэма, бля. Себя, не? Интересно, газ, берите. Как это началось? Внезапно и неожиданно для всех, да? Ты что-то по-любому включал, блядь. Так а там, ну, вон, что, видишь... О, блядь. Ты что, голос изменил? Вон, видишь, значок зеленый вот этот. Электроник, паладина хуёво ставите, Свет. Почему? Потому что почему? Нас четверо всего. Там два будет и так. Вот, а что я теперь фото, блядь, сделал? Я потом прога скачал. Ну, потом тебе надо... Бэма, блядь. Тебе надо свету. А Бэма, блядь. А, там еще, блядь. Там еще равник, блядь. Ой, хулиганка. Сука, не, музыкальные удары. А что такое, я не понял. А ничего, блядь. А ничего, это пиздец. Да, он-то угарный, блядь. Ну, понятно, ты орёшь, нахуй. Пиздец себе. Ты потом этот мурик посмотри, как записывал. Это какая-то хуйня, нахуй. Мне кажется, это хуетень какая-то, не подходит нихуя. Ты поёшь. Кринж. Мать поёт, чисто сидит парень. Хули, блин, ну нужен, блядь, и в ретрике, блядь. Может, кому-то другому потанчить. Не, мне кажется... Хуй знает. На гармошке как будто ты уяришь и поёшь. Это когда, короче... Я в чат скинул ссылку, зайди, послушай себя. А, ты уже записал? Ну, я... Ты Павдин может ему потанчить. Если, короче, прям, ну... Решайте, если... у меня 45 минут, у меня если не знать, что голос Павдин изменил, будет и танчить, релить какого-нибудь там, не короче, знаю. Блядь, один Павдин только остается. Лича, мне кажется, вообще это как идет. А чё один? Нет, например, Ленгрен танчит тьму, мы с Юлей свет. Вы с Рарником во тьму. С Рарником. Если я поставлю Ленгрена, он фридом будет не дотягиваться давать людям. Ну, либо... А ты будешь давать фридом, да. Музыкальный ансамбль имени Войда, блядь. Так, этот... А это что за хуйня включил? Это тоже какое-то изменение. Не надо ничего включать, пожалуйста. Я что-то нажал, какой-то питон, блядь, хуй пойми. Питон, 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 говоришь. Его нахуй один FPS в игре, он, блядь, продолжает что-то на комп качать. Короче, что-то я, блядь, запутался. Вон, Равис на путь заходит, ну, на Вархеере. Ну, каски дает. Эти каски. Я хуй знаю. Че? Я хуй знает, нахуй. Синтек, паладин. Да, вот это, как у нас, питон, громкость голоса, микс какой-то хуй там, блядь. Сейчас будет понаклацать, блядь. Блядь, сейчас мы нахуй поиграем, блядь, в РС-25, блядь. Сейчас будем сидеть и усыкаться, нахуй. Не, ну тон. Тут что за хуйня? Блять, выключай, я. Раз, два, раз, два. Нормально?
Это везде. Нет, я не слышал, никак там. Ты как будто гелевый шарик себя нахуй втянул, блядь, говорю, брат. Это как пищу, типа, да? Охуенно. Ну, можешь зайти, посмотреть, я ссылку кидал, можешь зайти, посмотреть. О. Сука, кринж, блядь. Короче, расход нахуй. Все, короче, дед без таблеток, надо расходиться, парни. Робот еще звучал не так уж и плохо. Короче, скажите в 10, как начать. А если начнем? Чё ты пиздец, конечно, нахуй. Ебать. Чё там, пришёл в Архель, нет? Блин, я не знаю, нахуй. Еще замена есть у нас. Поездку кому давай? Алло. Алло. Кому поездку давать? Кто дает урон нормально? Давай. Тут надо не ПС-ку, тут надо такую хуйню дать, чтобы челики выбежали из всех метеоров, их штук 10 будет. И это пизды называется. Всех из ну не попали в лезвие. Ну а еще когда метки выносят, чтобы подъебало не бежали и в лезвие не бежали. Вот такую хуйню можешь дать? Нет. Вот если бы такая хуйня была, мы бы убили сразу. А ПСК... ДПС мне не коните. ДПС не коните, я посмотрю. Там, да инвизибл, кинь, да и все. ПСК. Там ДПС смысла нет смотреть. Там 10 големов по ним разгоняются. Что-то замены нет больше. Никакой. Это хуёво. Линканул. Блять, короче, вот этому я для хуй понятно ник, короче, я ему закину, у него вроде item level большой. Блять, еще выебывается. Кому кинуть? Скажите. Анхолику кинь, анхолику, анхолику. Да какой нахуй анхолику? Че ты, блядь, лечишь? Так он от хосты, блядь, сейчас скалируется лучше всего. В смысле, а это же кастерская хоста. Какая у нас кастерская? Пэшки кидают на милику. Не парься. Да не, это хуйня. Не парься. Рогом кидают пэшку постоянно. Не парьтесь. Я как рог это говорю. Не парьтесь об этом сейчас. Сейчас это не главное. Это ничего не решит. Ты, ну, из-за пэшки. Ну, если не будет, мы убьем. Только надо сделать две вещи. Не сдохнуть в метеоре и не сдохнуть в лезвие. И все. Тогда можно, я не знаю... Квестка нахуй, ну не тыкай, лишняя кнопка, просто сбегай и смотри, как... Да, я через макрос ее тыкаю, все, я даже не навожу нифига, мне ник надо вписать, понимаешь, я для этого и спрашиваю. Любого впиши, там, сову впиши в адикона, и все, и не парься. Мага спроси, может, кто по мане садится, может, магу кинь. Чтобы у них, что там, хоста и ману, что ли? Кому хоста нужна с магов, им кому-то спроси, да ибо не. ДКшники и так там по големам дают, по маленьким. Так ПС не хосту дает, она скорость произнесения дает. Угу. Ну, скорость произнесения считается хостой? Нет. Она сокращает чистый хост, каст твой. У тебя было 2 секунды, станет на 20% меньше, а хоста не добавится. Ну, тогда ДКшникам, блядь. Так, Владиком меньше. Не, хоста она типа такая и такая есть или как? Или она общая? Ну, да нет, это кастерская. Я же тебе говорю, это скорость ПС-ка произнесения это заклинания, а есть рейтинг скорости. Вот он мне сейчас прям ПС-ку кинул, у меня как был косарь, так косарь и остался. Ну когда гиру дают, там тоже скорость произнесения заклинания и скорость атаки. Койл это же типа заклинания. Он моментально. Ну, ГКД-то уменьшается все равно между способностями, мужики. Не, если типа, ГКД, да, если ГКД уменьшается, то есть смысл кидать, да. У миликов ГКД не уменьшается никогда. У анхоликов уменьшается. У анхоликов уменьшается. А у остальных не уменьшается. У рогов нет.
Ну, понятно, что урогов нет. У нас фиксировано 1 секунда. Ну, он холиков может уменьшиться, да. Когда хасту разгоняешь, там пиздец быстро. Ну, типа, когда там гера какая-нибудь, еще что-нибудь. Ладно, давайте для разнообразия, что ли. Отпиздим ящерку ебаную. За кого хотите посмотреть RS-25 Gear? За себя, блядь. За себя это за Рогу, да? Сейчас, секунду. Я имею в виду прямо сейчас за себя. В игре, блядь, посмотреть хочу. Не, это хуйня. Чё, сколько ещё в катун? Ну я хуй знает, если ещё, блядь, 5 минут, я типа один трай и всё. Ты-то отойдёшь, потом придёшь. Ну, если будет райд, не сгоришь там, блядь, и так далее, то да. Но я на минут 25 отойду. Если что, по дисплею меня страханите, потому что я хуй его знает, грид показывает эти дебафы или нет. Не знаю, блядь, включите вам килл резки, чтобы вы поняли, что это хуйня лёгкая. Ты так понятно, что, блядь, это... Ну, чтобы это дошло до головы как-то. Так, вот, заходите на стрим. Там что-то подписано, Фурик. Давайте, что там бафа? Просто не будет, да, давай, сеттер. Что-то бафа, что-то. Ну, туда, сам, опять же, сдайся, всё. Страхани меня на дисплее. Вроде стоят. Так, давайте, готовы, до конца, дизрения начинать. Я вот тут за Фурика играю. За что кикнули, ребят? Я тут... Возьмите его обратно, иди бей босса. Чё тут? А чё ты не отвечаешь? Смотрим, тарит. Бежим. Смотрим уже. Вред. Ну-ка, она нормальная скорость сейчас делает. Как тут? Тут лужа разнивается. Чутка потише. Тут лужа даже посложнее разнивается. Да, и тебя кастом только что не убило. Да, конус, а тут бы убило. Скорее всего, меньше, да. Уже бежим. Хитбоксы уебанские просто, долбоёбские. На кучу скулов. Да, он сдвинутый куда-то назад, лужа просто в хвосту. Лужа говорит в рейд, а лужа не в рейд. Интересно, с этого драйв я... А, там вайп еще будет. На победные лучше. Вроде убили. Пьем халюны, переводим танк сразу. Заходи, четвертая стрелка. Давай. Скорость X2, нах. Я снова с вами, извиняюсь, пришлось сейчас так резко покинуть. Ты что, уходишь? Бежим. Не-не-не, я извиняюсь за то, что пришлось отойти. Вот, я вернулся как раз таки. Там надо было подумать, срочно один вопрос решить. В неотложном порядке. Сейчас всем касочки кину, моим хорошим. Ставлю рыбу. Чтобы вы убили босса. Сейчас еще рыбу возьму, блять. Две штуки, одна штука осталась. Да, это если почти. Ой, дайте ГБ кто-то, у меня КД, блять. Оставил. Я даже трубку зарядил. Ну, а что там, фласки, наверное, надо, да? А что там по фласкам, кстати, что дают? У Вадикона СПД Сапрот, у Лингрена НАП. А, у меня остались. Ой, 11 сразу говорю. Сорян. Стрим дайте. Есть что? Стрим по ссылке впереди там. Не, нет уже. Есть вверху, посмотри. А, во флагилке. Можешь масло на апдейт? Закончилось. Это кринж. Спасибо. Мне сапрот Вадикон, пожалуйста. Лайк поставил, с тебя 500 голды. Кому еще на ап? К Лингрену. Так, напомню. Бидон, друид, инвалид и варахель, вы теперь в тьме. Мейзикен, заходишь в тьму и на третью фазу со мной выходишь.
ну, ко мне выходишь. Рианти не заходишь, просто стоишь со мной, с Катрисией и с Эвилашей. Мы стоим, ждем, когда появится третья фаза. Остальные там, кто забыл? У нас Валафар ушел, да? Давай-ка еще кое-что подменяем. У нас во тьме первая пати. Бат, Топа. Блять, и что теперь? Кого-то туда ебануть надо, наверное. Сову смысла нет. Какой из магов не обосрется во тьме? Точно, да? Магина, пойдешь в тьму. Притон офнулся. Сейчас захожу в крашеную игру. Смотри, там хорошенько бегаем, там все легко. Туда пейсеров мало. Ну вот 7, а нас сколько? Раз. 6. А нет, 5. А нас нахуй 10. А нет, 9. Нормально, 7 на 9, хорошо. Это в свету 9, а в тьме 7? Да. Ну, мне кажется, нет, нехорошо. Да там все зерби. Ну, там трэш же бьется в свету. Он очень-очень быстро падает. Трэш это. Там его две роги разъебывают. Плюс, ну... Тогда должно быть заебись. Давай с магином попробуем. Да нам главное дожить до третьей фазы, а то какая-то хуета не трая, блядь. А там уже глянем. Нормально дожить. Ну, мы тогда дожили, и у нас третья фаза в свету была от трэша к трэшу. Типа, босса только так ауешками при перебежках зацепляли. Ладно. Короче, народу мало было, да? Ладно, магина тогда... А, ну там хант еще, там 10 получается. А, нет. Ладно, ну, ладно. Ну, то ДКшник еще кого-нибудь. Они хорошо тоже ауешь. Ладно, магина, тогда будь в этом, в свету. Там две роги, кот... Ой, Мишка, они заливают... Там одну грозу дать и все и не будет. Две грозы дать отцов и все и не будет. Один шелфир даст и сушение, все мобы сдохнут. Одно и сушение. А я что предлагаю, может, когда дойдем до третьей фазы, в свету, может, персонально одного человека поставить на залив голема, а все остальные пускай в босс играют. Он сорвет, скорее всего, агро, если будет один всего лишь бить. Големов и больших, и маленьких. Большого? Я про большого именно говорю. Ну вот он сорвет. Их надо сливать скопом. То есть все свичнулись, дали по 200 тысяч и все. И заебись. Если будет один бить, он сорвет. Тяжело будет агро набирать ДКшнику. И голема бьют все для того, чтобы быстрее танка освободить, чтобы он меньше урона получал. Танк упадет, будет вайп. Все готовы, да и что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас дыхание будет, только курить не поверни. Чем можешь поворачивать? Сам здесь пылю. Мобов чуть подальше, смотрите. О. Давайте людям до стены добежать. Это критично будет. На третьей фазе. Понял. На рейд. На танки. Рейд в звезду. Да. Рейд в звезду. Стрим. Паза, готовимся. Через турфик, да?
Все то же самое. О, не. Пойдемте в ромбик. Сюда перейдите. Так, вернись. Ладно, похуй. 2 шага назад сделай, Ваш. Готовьте, сейчас бежать будем. Подкручивай. Блять, вот и подкрутил. Че, лезвие? Да, меня смело. Ладно, зайдите, упадите. Ну че, ты поторопился или что? Ну, можно сказать и так, конечно. Это первый был. Косичнул, короче. Че, давать ГП или пустить? Давай, давай. Блять, у меня была сотка написана, раньше я 50 прописал. По сотке бы вообще жестко было. Тратить никто, видишь, не захочет, ГП летит. А ситуация, когда дыхание боком, там, надо самому видеть, что произошло. А я в тьму не захожу. У нас, блядь, ты на циркуле РЛ релил. И свет танчил, блядь, и во тьме заходил, начинал. Ну, ставил первое лезвие, потом второй танк выбегал, забирал просто с него, ну, дальше по накатанной крутить. И он выходил еще и в свет, и потом иди и свет еще танчил. Ну, все на себя брал, короче. Так, порталов нету, по-моему, уже. Порталы там появляются, ну, каждый... Когда третья фаза начинается, он выходил. Или 15. Когда третья фаза начиналась, он выходил. Кончилась бутылка. Вообще не начинайте бить, пока к боссу не подойдете. Кроме рогаликов. Я чё? Да, это очень важно, стойте и шевелитесь. Что с меткой за рейдом? Диспель себя. Угу. Маги себя диспелить там. И к рейду двигайся. Я тебя не вижу. Ты там стоять решил или что? 228. Сюда приди. Ну а блинк на что тебе придумали? На поворот рейс. На танке. Звезда, звезда. Хуя, какой огонь интересный. Ну выйти можно. Ну, да, можно? Так-то можно. Катрисерис, Севара. Ну где он, ёбаный? Варна. А зашёл. Чё, ФК что ли или чё? Ладно, хуй с ним. Ты чё, блядь, отменил что ли, Обама? Пиздец, лежал, чилил. Подкручиваем, идите быстрее. Ой, блядь. Падайте, заходите, падайте. Это ж, ну, рарник не сдох, вы сдохли как? Почему? Ну, вы объясните мне, пожалуйста. Это пиздец трудно, да, там? Пропустил шарик, он был не подкручен дальше стоять. Ладно, сейчас учебный трай проведем тогда.
Раз тратить на победу не получается, будем учиться. Сейчас зайду с вами. Так, сейчас знаете, как сделаем? Переводим его на вторую фазу. Когда туда зайдете, стопаем дамаг. Все зайдут, никто не оставайтесь. У нас минус 2. Да, надо две замены искать. Мне тоже отходить надо. 3. Поставьте порт. Да, блять. Ну, ладно, ДПСа нету. Так. Кринж нах. Че, наигрались, что ли? Ничего. Это слишком трудно. Ну, сейчас Седжи вернется, допустим. Ну, он через полчаса. Я через где-то минут 20-25 приду. Я сейчас зайду, у меня обычно зашел в рейд. Можно пока поучиться, и так. Да надо ДПС был, чтобы перевести. Надо во тьме побегать, посмотреть, на что люди делают. У него берсаж же есть, да? 8 минут. Мы в берсу успеваем, просто надо не ебланить. Не, я именно в смысле, да, что я про то, что поебланить, наоборот, не получится из-за берсы. Ну, поебланить, конечно. Типа не бить его, а до второй перевести и нахуй, и тупо стопнуть дамаг и бегать нахуй всем. Пока умирать не перестанут. Будет. Нет, можно до берсы, бегать, чтобы не умирать. Ну, значит, до берсы просто карусель ебаную крутить. Так, ворлда. Ну, я ворлда взял, так сейчас посмотрю, кто еще онлайн там. Гороту не играет, да? Слышишь, Седжо? А, нахуй, его тут нету. Тут Тутилара тоже нету. На стресс. Ой, если хочешь, давай ты зайдешь во тьму, я останусь хапалом света. Посмотришь заодно, что там происходит. Не, так-то можно. Надо просто провести трай, чтобы люди поняли, в какую сторону, куда бегать. А чё вот у нас Валиант не вредит? Как понять? Как понять, чтобы люди поняли, в какую сторону бегать? В левую, блядь. В какую? По часовой стрелке. Как понять, в какую бегать? Нет, ты не понял. Я про метку говорю. Или с меткой все заебись. Метку-то выносят, умирают в этом, блядь. В лезвии. Все как лезвие появляется, все дохнут. Причем дохнут все на первом в основном. Если на первом не дохнут, то, блядь, уже начинается хуйня потом, когда выходим. На третьем. Какая-то ебала опять начинается. У нас в одних и тех же моментах. Ну, типа, ну, блядь, так всегда, наверное, на каждом боссе, блядь. В одних и тех же моментах хуйта происходит. Так, вот Валент взял. Может, тогда просто его не подкручивать, а бить, как и так? Там же, по-моему, выходит адекватно по зонам. Ну, когда мы босса переворачивали, когда Авилаша к рейду шла, там они, получается, надо было в другую метку перевести. Ну, вот ты крутил, ну, перед вот этим вот... Начинал. Ну, до этого трая были, перед перерывом. Два раза выкрутил как раз к тому, что мы выходили прямо на третье лезвие, портал прямо в нас появлялся. То есть, если мы просто отступим от босса, лезвие появляется, мы просто выходим. То есть, все было заебись. Не, я уж тогда чуть-чуть стопать и переводить. Я когда-то 1000 лет назад его убивал в гере. Вы, блядь, вообще нахуй не двигались. Вот, появляются лезвия. Я не знаю, может, это как-то... Я, типа, без хейта какого-то Клингренду или кому-то еще из танков. Не, просто, там, блядь, оттанчить много раз надо, чтобы это все понимать. Я как бы, ну, я говорю, что я как бы без претензий. Я просто помню, как появляются лезвия, и ты нахуй только после этого начинаешь бегать, блядь. Если ее не крутить при появлении первых лезвий. Нет, я тебе говорю, что я помню, вот как я убивал его лет 12, наверное, назад. Я же рассказываю, я же без предъяв каких-либо. Я начинал бегать, нахуй, только потом, когда они появляются.
Я не знаю, типа, ну, как-то по-другому здесь сделали. Но здесь дыхание большое, поэтому все, в любом случае танк должен морду от тебя отвернуть, если тебе надо влево сдвинуться. Рейд собрался, это самое. Значит, теперь инвизибл. Ты тут инвизибл? Ставлю рыбу. Ты, короче, теперь в святую играешь. Только смотри аккуратно, по мелким сразу разгоняйся, подожди на пол. Топа так же во тьме останешься. Хотя, блядь, подожди, сука. Если я тебя ебану в свет, то во тьме будет... Нет, 5 мало. Короче. Блядь, я не знаю нахуй. Ладно, во тьме оставайся, топа. Крипта, ты один на пуле. Справишься? У тебя вроде нормально получается. Я могу локнуть во тьме побежать. Ну там ничего сложного. Одного роги толкового хватает, то что свой класс понимает. Вот, ты один на пулешь на Катрисию. Значит, Invisible смотришь на квадратик, на него мобы собираются. Босса потыкал, смотри тоже, не сорви. И ебашишь, значит, на трэш-дотки и разъебываешь их. Дальше, значит, во тьме играют. Первая пати вся. Кир, сори, призм. И Энг и топа добавляются туда. 6 ДПСеров. ВП Хан, соответственно, Эвилаша, Инвизибл, Ситу. Все остальные... Ну, наверху, да. Все остальные Ситу, да. Ну, я давай. Я еще так же напуливаю большого. Давай, я во тьме буду. Варахель останешься с Ранти. Потом Мэзикин к нему выйдешь. Я во тьме буду. Сейчас посмотрим, как там с лезвиями у вас. Давай условимся о том, если даже танк поворачивает босса на рейд, заходи со стороны ромбика. Ромбика? И рейд со стороны треугольника всегда заходите. Давай. И Вилаша тоже, когда босс исчезнет, тоже встаешь в ромбик, чтобы мы там все прокручивали, все выходили нормально. Этот проверка. Заранее скажи, как будешь готовность давать, а то я, блядь, с монополом не успеваю. Появляется на 7 секунд раньше Гален. А когда в тьму заходит Лингрен, с него частица не спадает, если я в свету ее повешал? Да. Я не запоминаю, спадает. Скорее всего, спадает, потому что метка с Халеона спадает. Да, все, по-моему, спадает. Да. С Халеона слетают все дебафы. Спадают частицы. Да, Бидон, ты до конца в тьме. Со мной и с друид инвалидом. Надеюсь, небо смущен. Дает счет. Стойте. Хули стойте, уже все. Пустили. Не, он говорит, не бейте. Сам с диспелишь. Жаль. Зашел. Заходи. Так, попробуем не крутить, да? Я первый. Ну давай попробуем. Я говорю, я просто помню вот что. Не, пробуем. Так. 8 секунд. Ну вот сейчас шар получается этот пролетит. И все, вот сейчас надо вот будет двигаться. Вот этот начинаем. Все, вот, да, и двигаемся. Ну хай сложно. На макс ренжи, стой.
Хан, что ты там делаешь перед лицом? Перед каким лицом? Я не перед лицом. Вот да, вот так, нормально. Лезвие 3 секунды. Вот сейчас двигаться будем. Нет, так одновременно с лезвием. Не тяжко, конечно. Скоро переход. Но мы вроде А2. Здесь не выйдем, да? Нет, сейчас ждем. Да пиджи... Мак! Чё ты идите, сделал? Идите, идите. Ну ты чё в лезвие ты стоишь, блять, бомж? Да он глыбу прожал. Все, вот, вышли. У нас все нормально. Друти, ну или чё у тебя? Блядь, сбрило. Смитфокс, ну а нахуй ты в лезвие стоишь? Вот Фокс, ресы друид инвалида. Перебегайте. Убегаем. За Кханычу дайте саль. Большого сорвали. Пизда, да. Да вы бомжи просто нахуй, вот и всё. Ну я напулил, я не знаю, как сорвать. Вы, ну, вообще конкретные бичи. Ну, стоит, ну, я не знаю, лезвие, вы прям в них идете. А, да, там танк, он не в луже умер? Там танк в луже умер, поэтому и сорвался большой. Я хуй знает. Ну, я не знаю, ну, Джайна, нахуй, какая Джайна, блядь, вы чё? Года через два только. Ибо я не знаю даже, может никогда просто. Донатьте просто чешки хули, я могу сказать. И Лаша не умерла? Ну большой же на ней. Ну у нее смерть 3 минута, 32 секунда, дальше прист и 2 мага. Чё святое у вас было? Мне кажется, в луже Лаша умерла, но я не уверен. Я потому что только увидел, как босс на нас разбился. Друид, как ты сдох? Друид, как ты сдох? Друид инвалид. Ну, лезвие, отстал. Ну, так не отставай. Ну, сейчас вроде получилось, да? С этим, да, лезвием. Стоим, короче, если бромбики начинаем, то стоим. То вообще идеально там. И потом. Никто не дохнет, да? Ну, ты смотришь на таймер, что типа он за 5 секунд говорит... Желтые пишет буквы. В сферах пульсирует тьма там, блять. Это значит через 5 секунд лезвие будет. И ты смотришь. Нет, так у меня ДБМ же показывает. Ну вот видишь, ты просто по ДБМу сравнивай, где сферы находятся. Если она у тебя за спиной, прям, конечно, прорежет тебя и рейд. Ну вот, лезвие вроде победили, нахуй. А на Freedom долго? А, когда? 25 секунд. Пиздец, Freedom же еще нахуй. Ну ты вроде потом дал Freedom на вторую. Дождите 20 секунд, Гаргулия, когда еще? Я не давал нихуя. Этот, Рарник, ты первый, короче, я второй. Ну в Архиле нету. Я написал, я на мобильный прыгаю. Или слишком это пинг вырос на Wi-Fi. Уже буду уже. А спот и инвизибл, давай, 50 штук тебе могу дать. А что там большого срал? РДДшники, что ли? Танк убил. Там непонятно, да. А чего я вошел? Ну... Все пошли в нас. Типа от непрохила? Я вот не понимаю, как вы не можете разобраться, но что произошло? Если мелкие на Вилашу идут, надо туда уедать, чтобы они пошли в рейд. Да, когда же вы играть начнете там? Так, а почему ты один в Архейле же с тобой был? Нет,
это не сдыхайте там во тьме хилы на строе, если кто-то с нас падает, там не захилит. Я не могу ХПС посмотреть, я во тьме был просто. Это самый рарник тут и мизики. А, ну да, скорее всего. Рарник. Да, да, здесь. Ты ее отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ребята, паладина, огонь, ауру. Это Варахель, возьми. Ты все тут. Жалим. Доканыч. Плюс 50. Плюс 50. Че, хвостом застанило? Да, хвостом застанило. Ну, по, это не под хвостом беги, а под ближе к лапам туда. Ну там тоже рассекающий может разъебать. Просто, просто раньше начинай бежать, у него тайминг совпадает с пятером. Друид инвалид, рез язык Ханыча. Бежали. Надо вот ровно по центру босса пробегать. Тогда вообще все отлично. Смотри, вырастают мобы. А, не вырастают. Нашел? Пиздец, блядь. Такие лаги, блядь. Лезвие опять. Сейчас секунду. Двигаться будем, да, вот промеж этих. О, стоп, да. Маленько. Да, притормозите. 5%. На танке, на танке. Здесь дух. Налево, налево, налево. Подъебало несешь. Немножко. Сюда, правей, правей. Ты к нам в рейд иди. В рейд, в рейд. Вы чё, сука? Заканыч, а ну как, что с глазами, блядь? Ты кружок, звезду не видишь? Мы нахуя вообще в рейде нужны, блядь? Ёбаный в рот, мы не попадаем в эти лезвия, вы, сука, бежите и в них дохнете, нахуй. Метеор. Топа, ты тоже сейчас сдох? В лезвиях, во тьме? Да, ведь, видимо, в лезвиях, блядь. Я с вас вахуй просто, нахуя мы метки тогда ставим? Ну просто вопрос, нахуя мы нужны тогда? Лезвия. Фридом, да, что там? Давай, Вадикон, распредели БРы. Себе, себе убегать. Распредели БРы на этих.
Давай. А у цвет, всех есть? Меньше урона. Все, все, я сдох. Это спасибо, что похилили. Падайте, сжитесь. Я ебал эту тьму ебаную. Просто, блять. Просто пиздец. Блять, ну понимаете, ребята, стремя уже две метки. Вот я не хуй знаю, сколько у меня FPS, но я стою рядом с рарником. Я не сдох, вы как-то сдыхаете. Ну вы что, ну не тайминг лезвия не подождать. Блять, почему вы не можете встать в звезду-то, ёбаный покос? Как с вами быть-то, я не понимаю. Вы мне объясните, Зак Ханыч, ну как? Топа, Зак Ханыч, это что было? Ну два челика сразу сдохли. Ходу сорвали мобов. А в остальном все нормально. И я... Ну вы не бейте трэш сразу. Мелких мобов ну, сорвали. Там, вот трэш подошел, вы сразу не бейте. Там 2-3 секунды и на потом бьет. И я Мэтфокс мелких, мелких, да? Мобов потом АДК начал срывать. Они уже когда напуленные были. Делать, ну дело не в размахе, там на пул есть. Релогнусь. Минутку. Ну ладно, хуй с ним. Я просто 5 секунд не бью этих мобов. Топа, топа в свет иди. Ой, блядь, шелфир. Блять, хуй знает нахуй. Дикон там, в принципе, говорит, шелфир, в это в тьму пойдешь. Дамажить. Окей. Шестым ДПСером. Там так. Всего лишь нужно рарники стоять. Да. Да не надо. Чтобы жить. В дикон ты заходишь? Да. Ага. Ассист отдал тебе, если что, свету там. Ну я хуй знает. На тебе ромбик, блять. Так, изменение, значит, топа в свету, напуливаешь криптэвилу, помогаешь. Напул должен происходить до того, когда мобы дошли в рейд. То есть они еще где-то под пузом идут. Вы уже я знаю, я напуливаю. Ну, я уже до этого уже напуливаю. Ну, сейчас я не знаю, как там сорвали. И дамаг, дамаг должен идти от вас. Invisible и все остальные, кто маленьких бьет. Дамаг должен в мобов идти только тогда, когда они все собрались на Катрисе, и секунд, ну секунды 3-4 прошло, то есть он дал там размахи, и роги дали веера на пулы свои 6-секундные. Вот, и тогда уже вы спокойно их заливаете. Это, рыбу я не ставил, да? Еще полтора часика. Босс простой, еще раз напомню. Просто встаньте в метки. Мы для этого стараемся, бегаем, чтобы вы встали в нас и научились, поняли сами, как бегать. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Ой, ладно, заходим за линию. Рианти, Рианти. Не останьтесь за огнем там. Мэтфокс. Катрисия, арес. Акаша. Достаешь его, нет? Перебежим обратно, Мэтфокс. В принципе, уже рез Кирсори. Мэтфокс, Кирсори рез. Перебегаем рез Кирсори.
Вернись быстрей. Здесь 5 секунд. Пойдем. Опа. Я... А сейчас они видишь по-другому. Да. Да, уебище. Потому что долго переводили, босс. Заходи, заходи, умирай. Так что не всегда так. Ну. Надо подкручивать его. Я не знаю, я завис вообще. Когда после 5 секунд. И вы все сдохли, блядь. Я видел только, что лезвие появилось, и мы, вот которое ближе к хвосту луч, мы возле него стояли. Вроде так было. Полная параша на хиле, блять. Полная хуйня с таким лагом играть, блять. Да, за мелких. Ну, зачем его ешать и умирать? Зачем? Просто так. Первая и вторая фаза должна легко проходиться. Третья там пиздец. Лет делится, во тьме легче хилить. Все проще становится. Криптэвил тут, нет? Только что он ушел. Выкинуло что-то. Сейчас захожу. Ладно, давай уже иди, короче. Ворохель, будешь свиту с ДЦшником. Там будет 3 хила, будем в 5 хилов играть. Я там Сэдж вернулся. Я пойду на этого на танка. Так, Лингрен на пока. Мы до упора травить будем? Да. Конечно, а что делать? Я просто пожрать нахуй не успел, сука, сегодня. Так, на тебе этого лидера сейчас на дуэль зайду. Ты иди себе пока накидывай. Так я готовил, пока рейд собирали, нахуй. Я буду. И все остыло, да? Да, там сковородки валяются, все хуйня. Да я ебал такую хуйню нахуй нахапали, блядь. Это надо, чтобы рейд все делал, нахуй. Я не смогу захилить так. Надо и все вам говорить, блядь. Я на кого сейчас этих мобов нам? Так, да. Как от рейд я ушел, да? Да. Так, ну тогда ты во тьме, ну я на трэш, что ли, Лингрен. Да, давай. А у нас примерно столько времени осталось. Бля, мы ему за 50 минут должны кулаки в жопу запихать уже нахуй.